Всем привет, ребята, с вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Ребята, мы сегодня будем разрезать живую игрушку «Щенячий патруль», «Крепыш», «Экзи», ребята. И это последний щенок, который есть на сайте Darknet, потому что я везде искала Эверест. Я знаю, что там есть Эверест и еще какой-то там лесничий, но я не смогла их найти на сайте. Возможно, позже будут обновления, и мы с вами закажем новых щенков Экзи, ребята. А сейчас, ребята, посмотрите, какой страшный крепыш Экзи. И у него страшные пуговичные глаза, ребята. И перед тем, как мы проведем обряд и сделаем из этой куклы Вуду живую игрушку крепыша Экзи, ребята, я попрошу поставить вас 2000 лайков. Я надеюсь, что вы это сделаете, потому что мы команда. И давайте, ребята, скоро Новый год. И мы так и не исполнили нашу с вами общую мечту. Мы не сможем, скорее всего, к Новому году собрать 500 тысяч подписчиков, хотя, ребята, ну, на Новый год все мечты сбываются. Сейчас 428 тысяч подписчиков, ребята, я в вас верю, так что давайте ставьте лайки и пишите очень много комментариев разных-разных и свои идеи к видео, и тогда, возможно, чудо произойдет и нас с вами станет 500 000 подписчиков, ребята. Я тогда буду самый счастливый мистический блогер на свете. Это очень-очень круто, ребята. Итак, ладно, давайте будем проводить обряд. Вернемся к нашему крепышу Экзи, щенячьему патрулю. И обряд, ребята, нужно проводить обязательно в дьявольский час. Кто не знает, кто новый подписчик, ребята, напишите внизу, ниже в комментариях, что вы новенький, потому что я обязательно с вами поздороваюсь и отвечу вам в комментарии, ребята. Кто не знает, дьявольский час — это 3 часа ночи, с 3 до 4. Говорят, в этот час происходят самые невероятные вещи, оживают игрушки, вылазят потусторонние всякие вещи из зеркала или даже из-под кровати. Короче говоря, происходит всякая всячина, всякая ерунда, и это мы сейчас проверим ровно в 3 часа ночи, ребята. Мы проведем обряд куклы Вуду над щенячьим патрулем и вселим в него злого крепыша Экзи. Итак, ребята, для начала мы зажигаем свечи, потому что это очень опасный обряд, и он всегда проводится при зажженных свечах в огне. И, кстати, ребята, стоп. Никогда не повторяйте, не зажигайте свечи, не повторяйте мои видео. Все видео созданы в развлекательных целях, ребята, поэтому будьте осторожны и не повторяйте, а то вы можете сгореть. Будет пожар. Ну, короче, ладно, я надеюсь, что вы у меня все умненькие и красивенькие, поэтому вы не жгете дома свечи, потому что это делается только профессионалами и умельцами своего дела. Это очень опасно, ребята, можете сами палец обжечь. Короче говоря, ладно, все, вернемся к крепышу Экзи, ребята, и это реально страшно. Это последний щенок в этой серии, которого мы разрежем. Но для того, чтобы тебе было интересно смотреть следующее видео, потому что мы уже всех щенков разрезали и очень много крутых игрушек, живых игрушек разрезали. Если ты не видел, обязательно набери «Королева мистики» в поисковой странице, и ты найдешь все мои видео, где я разрезаю игрушки и многое-многое другое, очень много криптовых и страшных видосов. Итак, ребята, мы сейчас разрежем крепыша. Оживим его, а потом разрежем. Посмотрим, как он себя будет вести. Небольшая предыстория. Крепыш – это щенок, которого нашли самым последним. Он, ребята, любит очень сильно копать и кушать. Вообще, у этого щенка должна быть неправильная нижняя челюсть, поэтому у него, ну, по мультику «Щенячий патруль» торчат клыки вот здесь. Короче, он реально похож на собаку, которую, собаку-зомби, как мы вызывали. Как Смайл-дог? На смайл-дога, да. И я такая подумала, блин, а не вселится ли в нашего крепыша настоящий смайл-дог? Потому что если это будет так, будет, ребята, полная жуть. Короче говоря, давайте начинать. Портал зеркальный, отворись. В крепыша Экзи вселись. Портал зеркальный, отворись. Портал... Портал зеркальный. Что это? Что за треск? Не знаю. Слышишь, это от него? Черт. Портал зеркальный, отворись. В крепыша Экзи вселись. Портал зеркальный, отворись. В крепыша Экзи вселись. Портал зеркальный, отворись. В крепыша Экзи вселись. Крепыш.
Крепыш Экзи. Это ты? Крепыш Экзи. Он опять рычит. Он опять рычит. Ай! Ай, что он происходит? Меня укусил за палец! Нет, нет, брось его, брось его! Палец, палец, черт! Ирина, Ирина, черт! Что происходит? Фу. Блин, он вцепился мне прям в палец. Я думала, он мне откусит палец нафиг. Крепыш. Нам нужно его поймать. Я не знаю, как это сделать, ведь у него очень острые зубы. Подожди, возьми что-нибудь, ножик. Ножницы. Возьмем ножницы. Крепыш! Смотри, кровь. Чёрт! Дим! Что? Смотри, это нога, что ли, человеческая? Подожди, чёрт! Подожди. Не может быть. Я не понимаю, блин. Что это такое? Все... Это что, кровь? Подожди, это похоже на паутину. Успокойся, осторожно. Дима, смотри на это маршал. Черт. Маршал наверху, черт, это что маршал. Что с ним такое? Я не знаю, блин. Там дальше, смотри, гонщик. Все щитки, походу, здесь. Я посмотри. Не... Давай, тихо, осторожно. О, черт, посмотри, здесь чьи-то кости. Здесь чьи-то кости, я не знаю, посмотри. Посмотри, это кто здесь? Все щитки, ребята. Ребята, черт побери, что здесь произошло? Посмотрите, они живые, я не знаю, черт. Они все из пуговичного мира, посмотри, у них нет глаз. Мы же всех разрезали, посмотри, они нет, все зашиты и подчинены. Посмотри, здесь какие-то кости, это человеческие кости. Посмотри, господи, ты видишь, где ты мышь? Райдер из Ума. Здесь все щенки, ребята, здесь все щенки. Но нет, крепыша. Господи, я боюсь, если они вдруг на меня набросятся прямо сейчас, ребята, это просто жесть. Я не знаю, что мне делать. Нужно найти крепыша, походу, эти щенки не живые. Посмотри, что на них. Что это? О, господи, это паутина, ребята. Они как будто вышли из потустороннего мира. Все пришли сюда, господи. Мы их похоронили, я не верю в это. Я не знаю. Да, ребята, мы их после обрядов закапывали. Он, походу, их откопал, потому что крепыш обожает копать. Он откопал своих друзей, он их спас. Господи, я в это не верю, это просто какой-то кошмар. Тихо, что это там земля? Посмотри, там земля за холодильником, посмотри. О, нет, господи, нет. Черт. Что это за звук? Не знаю, посмотри, это кровавые следы щенка. Господи, черт, я... Нужно успокоиться, ребята. Я в это не верю, просто. Там какая-то земля, посмотри, осторожно. Возможно, крепыш там, посмотри. Подожди, аккуратно. А, черт, господи, там крепыш. Ты видел его? Там крепыш копает землю. Там что-то ест, он ест кость. По-моему, там кость, Дима, иди посмотри еще раз. Господи, что это? Да, точно, у него там кость, господи, ребята. Черт, я наступила в этот кровавый след. Короче, все, нам нужно его ловить. Давай, раз, два, три. Черт, он исчез. Ребята, он исчез, Дима. Посмотри, господи, он раскопал всю землю. Он что-то закапывал, он пытался... Ой, я не знаю, здесь везде какие-то человеческие кости. Это останки, посмотри, он пытался закопать здесь кость. Почему она вся в паутине, смотри, ребята? Смотри. Следы куда смотри. Ты тут дальше, посмотри. Каска. Там каска крепыша, ребята, потому что крепыш строитель, и он копает. Блин, он где-то здесь, походу, он под этой каской, ребята. Походу, крепыш под этой маской. Так, давай, раз, два, три. Черт. Что здесь? Это Скай! Это Скай из пуговичного мира, она тоже не живая! Слышишь? Черт! Что там в туалете? Слушай, походу он в туалете. Короче, ребята, это наш последний шанс поймать крепыша. Он, походу, спрятался от нас в туалете. Раз, два, три. Нет! Черт, я это видел, господи, там сидит настоящий человек, вернее, это скелет! Крепыш откопал откуда-то целый скелет, я не знаю, это его разбросы. Он рычит, слышите, он не подпускает к своим костям. Господи, какой он голодный. Нам нужно срочно его поймать. Я не знаю, как это сделать. Я боюсь этого скелета. Ребят, вы видели его? Давай, на, держи. Короче, я пойду его поймать. Я не знаю, нет. Подожди. Нужно что-то придумать. Нужно его приманить косточкой. Косточкой его приманить, чтобы он подобрел. Собаки любят косточки. Хорошо, давай, осторожно. Крепыш. Косточка. Смотри, он идет. Крепыш, косточка. Взять. Лови. Все, есть. Я его поймала. Давай, быстрее, привязывай его. Давай, привязывай, скорее. Жесть. Держи.
Держи его, держи! Все, слушай, он откопал откуда-то кости. Это вообще, ребята, полная жесть. Я просто никогда не видела таких щенков, которые откапывают целые кости и притащил их ко мне в дом. Ну все. Сейчас я разрежу. Все, успокойся. Сейчас я разрежу этого щенка, и мы завершим обряд. Для начала, ребята, отрежем его пуговицы, которые его приводят из потустороннего мира в этот. Раз, два, отлично. Теперь разрезаем крепыша Экзи и достаем все мистические предметы, которые и способствуют тому, чтобы крепыш ожил. Вы понимаете это? То есть просто так обычная игрушка не оживет. Внутри нее должны быть какие-то предметы, которые как-то связаны с крепышом, ребята. И какие это предметы были у него в голове, прямо сейчас мы узнаем, ребята. Так, здесь очень много, господи, о, черт, здесь очень много этой ваты у него в голове. Черт, черт. Слушай, я что-то нащупала. Что это? Посмотри, это какое-то устройство. Слушай, может быть, при помощи этого устройства он мог разговаривать? Но нет, я нажимаю, оно не работает. Что это было, интересно? Я не знаю. Посмотри. Слушай, здесь скрытая камера для того, чтобы следить за нами. Это чип. Он следил за нами все это время, скорее всего, ребята. Это просто жесть. Это, короче, это устройство, при помощи которого можно следить. Он так, наверное, и нашел всех своих друзей. Мы, видимо, не нашли. У них тоже у всех были чипы, ребята. Это просто жесть. Короче, ладно, достаем дальше. Ребята, в этой голове напичкано очень много разных мистических предметов. И сейчас я достану первый. Посмотрите, что это такое, что это может быть. Черт, посмотрите, это отвертка, ребята. Так как крепыш-строитель, видимо, он проглотил даже с голода свои инструменты. Посмотрите, она вся изглоданная, просто искусанная зубами. Посмотрите на эти точки. Это следы от клыков. Он, видимо, грызет не только кости, но и все свои инструменты. Посмотрите, дальше здесь часы. Часы и паук. Слушайте, я знаю, что крепыш болеет болезнью, которая называется, я сейчас не помню как, но она означает, что он жутко боится пауков. А наш крепыш Экзи, походу, не боится пауков. Он их просто съедает, ребята. Господи, у него скелеты здесь, какие-то кости монстров. Еще какой-то скелет. Я не знаю, это скелет какого-то маленького, я не знаю, не человека, а чудовища какой-то. Он обожает, просто обожает кости. Посмотрите, здесь чья-то нога. Господи, черт, посмотри, посмотри, у него течет, из него просто вытекает все это. Я не знаю, что они туда кладут, но это очень похоже на кровь, ребята. Как вы думаете, что это? Напишите в комментариях. Господи, из него вытекает это как какая-то как пена. Я не знаю, для чего это надо, но скорее всего это для того, чтобы все было более-менее реалистично, чтобы щенок оживал. Давайте достанем, что это за нога, это просто жесть. Это еще какие-то косточки. Крепыш, походу, обожает косточки. Посмотрите, здесь тоже какой-то скелет и разные-разные кости какого-то зеленого человека. Я не знаю, может быть, он съел инопланетянина. Я не знаю, ребята, что здесь еще? Господи, он питается также какими-то жуками. А, он живой, живой, жук, живой, господи! Черт, выруби его, выруби, выруби, выруби! Черт, черт! Все, все. Я надеюсь, что все, 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 я его вырубил. Он его съел прямо живьем, ребята. Даже он не успел перевариться, этот жук, потому что он еще ползал. Господи, это какой-то кошмар, ребята. Мне так страшно, я просто в шоке. Это просто пипец. А это кто? Это еще что за тварь в твоей голове, господи? Ой, это черт, это ящерица, какая-то ящерица. Черт, 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 она тоже живая, он глотает просто живых, живых. Черт, 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 все, все, я убил его. Черт, кошмар, это какой-то ужас, он ест все подряд, и кости, и животных каких-то, посмотри. Я думала, что это его нос, а это похожий носик. Может быть, он ест еще и своих товарищей? Я не знаю, может быть, он съел Эверест, потому что здесь были вся команда щенков, все были здесь. Господи, как много здесь этой ваты. Черт, еще один паук, мамочки. Так, там что-то еще большое, что-то внутри, прямо в глотке. Что там? Подожди, я не понимаю, что-то внутри него. На что это похоже? Я не знаю, на что это похоже, но оно очень огромное. Сейчас я его вытащу. Сейчас, сейчас, сейчас. О, черт! Господи, это что, голова крепыша? Он что, двухголовый? Ребята, посмотрите. Господи, о нет, это точно крепыш! Откуда? Из головы крепыш, голова крепыша.
Может быть, он, я не знаю, он, может быть, оживает. Может быть, когда убиваешь большого крепыша, из него вырастает маленький, как у дракона, отрубаешь голову, вырастает другая, я не знаю, ребята, или он сожрал своего сына. Посмотри, посмотри, это маленький крепыш, ребята, из его головы, о господи, я не верю в это, еще один крепыш, он его что ли съел, или не знаю, он переродился, я не знаю, как это объяснить, надеюсь, вы найдете объяснение этой страшной истории, ребята, которую мы с вами осуществили в 3 часа ночи, а с вами была я, Королева Мистики, до новых встреч, всем пока!